Всем привет, с вами Рэйвен, и сегодня мы продолжим проходить игру под названием Watch Dogs. Я взял машину, но она как-то далеко заспавнилась. Привет, партнер. А мы тут с Никки болтаем. Тихо, стой. Тронешь ее, шею тебе сверну. Она просто твоя копия, такая же, нервная. Вали. Что тебе нужно? Она спросила, как ну, чтобы он коп не вызвал. Решил узнать. Я нашел того, кто расшифрует файлы. Просвети. Некий Рэймонд Кинни, он из создателей CTOS. Он в пол, я еду туда. Что ж, неплохо. Только Кинни впутывать не надо. В каком смысле? Код написал он. Он не умеет держать язык за зубами. Как только доберется до файлов, все тут же попадет в новости. И кому тогда все это будет нужно? Никому. Понял меня? Ищи другой способ. По-другому никак. Если хочешь, чтобы я это сделал, не путайся под ногами. Так, все, едем. Ему нужен этот компромат. Что он задумал? Какой у него план? Сократить бы. Главное, Фин. Расшифрует его. Деньги спасена. Почему там не было какой-нибудь тропинки, в которой я мог бы сбежать и угнать новую машину сверху? Едем вообще в непонятное место. Тут даже вышек никаких. Ладно. Как-нибудь проживем без них. Надеюсь. Хотя, может, мне потом и не надо будет туда ехать. Делать что-то там. Может, и придется, я не знаю. Вот тут можно было сократить. Я как законопослушный гражданин поехал по дороге. Ой. Ладно. Вспомнить. Что это такое? Надеюсь, делать ничего не надо. Вот он едет. Наверняка убили его племянницу. Как всегда, лыбится. Барашек. Звука нет. Хотя, может, там музыка какая-то играет. Я не знаю, она выключена у меня. Ну, ничего ты. Бум. Я ей стоило пристегнуться. Лена Пирс. Ей было 6. Почти приехали. Опять там мочить, наверное, кого-то надо будет. Ай. Потому что красный помечен на карте. Ну ладно. Надеюсь, у меня все получится сделать по стелсу. А не как всегда. Так. Блин. На карту засмотрелся. Но я плыть не хочу, я... Вон там вроде можно проехать. Или, по крайней мере, поближе подъехать. Ладно, тут тоже нормально. Может, тут лодочка есть. Если нет, то поплывем. Какая такая вообще?
Мне тут ничего не доступно, потому что... Ладно. В принципе, и просто доплыть могу. Нужен доступ к сети. Если взломаю центр Фолк, все получится. Наверное, надо было плыть. Вплавь. Давай. Ой, баран. Давай в воду падай. В воду. Какой молодец. Вообще глупо то, что они шухер не поднимают никакой, когда я убиваю. Просто вот идут проверять. Вон тот такой стоит, ему барабан вообще. Шухер не поднял, у него просто стреляют, он спрятался. Конечно, так было бы сложнее, но поприкольнее. Еще бы тела можно было бы таскать. Хана. Надо было убегать. Нужна помощь! Обалдел. Кто стреляет? Ладно, это даже лучше. Потому что спалился так глупо. Надо было отбежать. Мне там броня, его так просто не убить. Нужен доступ к сети. Да. Если взломаю центр пол, две бомбы липучки есть. Теперь я вообще с другой стороны какой-то. Тихо. Нет. Надо ту штуку, короче, которая раскрывает противников. Камера. Камера, давай. Вы тут. Так. Вы. Господа. Кто там шастает? Чё за твою мать? Что было? Эй, ау! Надо было его как-то отвлечь. А? Найди его. Да, похоже, он отвлечь. По-другому я бы не мог. Потому что у него там броня, который защищает его, этого говнюка. Так, надо тут теперь всех снять. Давай. Сюда. Чего они так кричат и начинают? Бран! Ой, тупой. Глядеть в оба. Чуть не спалился. Так, новая пушка. Охранника с кодом доступа надо найти. Все будет, парень. Главное, никого не зови. Нет ничего, гляну там.
Я его нашел. А, обалдели? Своих братанов позовет. Все, мастер стелса. А, перелазить еще. Ладно, убери пока ствол. Мой любимый взлом. На самом деле нет. Я бы как-нибудь прожил без него. А вот я открыл район. Отлично. Так, а где у нас быстрое перемещение? Его тут нету? Че за галочки? Отметиться в точках. Ладно. Валить надо. Может вплавь? О, хотя какую вплавь-то? Отлично. Так, стой, 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 стой. Вот он не может нормально слезть. Как человек. Чё там отжимаешься, что ли? Йогой занимается. Я не помешаю. Проваливай. В чем проблема? Можно тебя в воду столкнуть? Нет? Я согласна хоть кофе, слышь, чувак? Уйди, жирная, блин. Да ладно, ничего. Ну что? Последняя зацепка. Пироги и лимонад. Гренов, райский уголок. Место, куда все убегают из города. Когда припечет. Я возил туда Джекса и Елену на рыбалку. Не поймали ничего. Но им было все равно. Да, мои лучшие воспоминания. И худшие. Взломать. Рэя засекли в районе этой марины. Вряд ли он там до сих пор. Но хоть что-то. Обнаружено вторжение. Пароль изменен. Черт, накосячил. Хороший день. Так. Кто-то тут получил нужный мне код. Не ты. Ладно, живи. Думал, не проверю. Имя Липа, жена, хренов лжец. Тоже не то. Ну, хоть и знала. Свинья. А такого на сайте понадеюсь.
И что это? Пароль отсутствует. Бежим. Точно тот. Вот у этого планшетик есть. Да люди, вы чего? А нам всем зарплату урезали. Господи, то, что кто-то сбежал из тюрьмы, не твоя вина? Да. Мечом. Ничего. Мечом. Так делать хочу. Сколько вас здесь? Вот. Ага. Ну? Нашел же. Там, наверное, зайти можно. Нет, ну я... Сигнал прошел через центр сети ВС. Похоже, он еще в игре. Тогда понятно, почему он на полу. Подбирается к блюм обходными путями. Так, надо деньги снять. В магазин оружия надо заехать. Постоянно забываю. Похоже, я так и не доеду туда. Никогда. Я по дороге ехал. Давай. Судя по всему. Ой, как круто вообще. Заброшенная станция сети ВС. Питание есть. Видимо, рай шаманил через нее. Так, надо найти то, что мне поможет. Ну, дверка открыта уже. Ну, камера. Так, это не та дверь. А то, что здесь открыть нельзя. Ладно. Хотя, может, я делаю что-то не то, надо было там. Нормально так все смотреть. Камера. Где? Блин, это не достает. Надо, наверное, подняться туда.
Почему вот он здесь никак не может? Можно же ухитриться. Ладно. Никак, да? Еще раз спущусь. Так, тут открыта дверь. Все-таки. Ну ладно, иди сюда. Сколько же здесь дверей? Лабиринт какой-то. Мне бы камеру получше. Стой, антенну я сейчас могу повернуть? Вон, блин. Я видел эту штуку. И вот теперь двигай. Ну все. Так, что у нас дальше по плану? Нет, я не вижу смысла туда спрыгивать. Не вижу. Дали бы мне подробную инструкцию, чё да как. Вон. Блин. Давай обратно. Ну, доставай. Так, опять, да? Сейчас эта антенна уже сломается, я ее достал. Я там не был? Или был? Да ну боже. Опусти. Нет, не был. Отлично, это, наверное, то самое место. Чё я открыл-то в результате? Давай обратно. Не разбейся только. А, дверь там была. Точно, точно. Вот если бы он был не хакером, а взломщиком там, было бы проще. Или просто таскал бы с собой лом. Или болгарку. Ну давай,
Бар. Лучше забегаловки в полной. Ну что же, надеюсь, Кинни еще трезвый. Это близко. Так проблемно доехать до туда. Лучше бы я по дороге ехал. Вот же инвалид. Где? Где мой транспорт? Куда он делся? Я внимания не обратил, куда он полетел. Может, его стырил уже кто-то. Пока я в себя приходил. Беги давай. Вот если бы не врезался, то сейчас бы уже доехали. А так тренируй свои ножки. Дряхлые. Хакерские. Ну вот он чуть лезет, а, болван. Открой дверь. Что за черт? Как мне достичь? Может, мне окно выбить? Поможете мне? Я ищу Рэя Кинни. Не знаю такого. Зря надеешься. Да это он наверняка. Что пьете? Заплати. Сотни баксов. Нало. Типа страховка. А. Да я что-то без налика. Запишу на твой счет. Итак. Манерами учили, парень. Не начинайте, Бон. Забудь о нем. Он просто с приветом. Непризнанный талант. Талант, ага. Алкаш, скорее. Пьем. Слушай, ты выделяешься, как бабулины панталоны на веревке. Чё? Муки это хорошо, это протеин. Чё мне надо? Воу. Опять нет. Энергетические вампиры, они повсюду. Ничего, без моей помощи не можешь, что ли, поставить бокал на стол? Если я не успею, он упадет, что ли, или чего? Чего гудит? Ух ты. Может, хватит пить уже? Я сюда не для этого пришел.
еще за варево вообще? Не пропустить субботу. Постоянно суббота теряется. Получше ничего тут не было. Да что ты наливаешь, ты достал? Напомню, как там его звали? Раймонд Кейн. Ты мне заплатишь, Тибон? Да-да. Ты должен ему сотню баксов. Привет, Рэй. Да закрой за собой. Теперь, когда мы познакомились... Послушай, друг, серьезно, из-за того, что ты здесь, меня вычислят. Есть информация. И что дальше? И есть сложность. Расшифровка. Я нашел источник. Ща. Тогда ты меня точно засветил. Мы осторожны. Мы? Но убеди меня. Это не делает нас с тобой друзьями. Меня заказали. Погибла племянница. Эти файлы приведут меня к ним. Я найду их с тобой, Левис. Просто с тобой это проще. Заключим сделку. Думаешь, я тут торчу ради своего удовольствия? С тех пор, как эти ублюдки меня вышибли, я ищу путь в систему. Мне нужен человек, который закинет программу шпионки в сеть. Видимо, это не просто, раз сам не занялся. Эй, если бы было не просто, давно бы сделал все сам. Это невозможно, мать его, мне к ним не подобраться, не подняв тревоги. У них есть моя биометрика. Я так понимаю, у них там вся охрана на меня настроена. Я помогу. Но потом поедешь со мной в Чикаго. Это что? Со мной. Мина-ловушка. Хреново из тебя параноик, раз не распознал. Я много их понаставил, но ты здесь, значит, скоро могут появиться и другие. Поэтому к делу. Слушай, у меня очень мало времени. Чем быстрее разберемся с этим? Ты не до конца понимаешь, о чем просишь, друг мой. Эта система создана специально, чтобы находить людей. Я знаю, что к чему в CTOS, потому что сам ее запилил. У нас с ней высокие отношения. Если не стереть оттуда мои биометрические данные, в Чикаго я тебе не помощник. А мой стиль, как ты говоришь, если ты облажаешься, разгребать последствия буду я. Давай, покажу. Ну? Готов? Давай, пригнись!
Отлично! Как тряхнуло, а? Аж мурашки по спине. Попробуй сам. Круто, согласись. Эй, оторвет руку. Приделаю новую. Да, умеешь ты вдохновить. Ну, извини. Тебя что, подбодрить надо? Вперед, детка. Тогда ты все немножечко не прав. Для меня это возможно. Ты поможешь мне, а я... Просто сделка. Это твой шанс. Черт. Это ничего так. Но брататься не будем. Для начала мне нужно кое-что из железа Блю. Я слегка отстал от жизни. Хочу понять, как работают сканеры. Хочешь, чтобы я пробрался в Блю? Да нет. Это железо уже кто-то увел. Кто-то свой. На черном рынке толкнулся. Я следил за ними. Эти ребята еще те задроты по пушкам. Бери винтовку. Пригодится. Заскочишь на заправку. Патруль из Поуни присвоил себе мою собственность. Так что дуй туда и пригони мою тачку. Это какое-то бесконечное задание. Ладно, проходить дальше будем в следующей серии. Всем спасибо за просмотр. Всем пока.